Здравствуйте, дамы и господа. Да благоволит нам Господь. С вами Грибобас. И Джон Крюкер. Это рубрика «Короткие вопросы и короткие ответы». Здравствуйте. Здравствуйте. Грибобас, представь, что ты, ну, попал на какой-то... Ну, или просто проходишь какой-то кастинг, чтобы сниматься в художественных фильмах, там, знаешь. Ну, и как бы тебе надо, чтобы ты этим... Я не знаю, как там проходит, режиссером, наверное, чтобы понравился, там, знаешь. Вот. Ты подожди, выслушай до конца и сам вопрос. И тебе надо какой-то новый образ. Не как вот сейчас твой придумать, а, ну, какой-то новый, изменить свой образ. Ну, допустим, там, покрасить волосы в какой-то цвет, там, может, бороду покрасить, там, прическу какую-то. Что бы ты изменил в своем образе? Ну, вот начиная, там, в какой цвет ты бы покрасил себе волосы, там, может, бороду, там. Ну, например, показывал бы волосы, например, такой в темный цвет такой. Не в черный такой, а такой темный цвет такой. Бороду такой в темный цвет, усы в темный цвет покрасил бы так вот. Вот. Ну, еще, а остальное все там, там сам режиссер, все там где. Потом, как это называют, что они там, эти-то, грим накладывают, они как-то. Вот. Они все там уже сами все делают, как там на съемку, все-все, они сами уже там. Вот. Вот такая штука была. И все, да? Да. Ну, в принципе, да, это тоже вот как бы образ там, может, и ничего не стоит менять там, да? Да. Там они сами уже там, как что к чему, там они сами уже подбирают. А ты уже играй роль, как чтобы все было хорошо. Это вот так вот, я думаю. Ну, наверное, так, да. Так оно и есть почти вот. Да, Пикатюха. Все, до свидания. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.